Сегодня нам потребуется довольно большой арсенал самых различных материалов. Несколько прочных веток, несколько тонких, шерстяные нитки, кашпо, строительный гипс, белая аэрозольная краска, проволока, пластиковые горшочки, ненужная газета, клей ПВА, искусственный снег, а также несколько растений в небольших горшках. Всем привет! Сегодня будем делать самую что ни на есть зимнюю композицию. Композиция будет в основном состоять из веток и горшечных растений. Ветки будут задекорированы при помощи ниток. Как раз с этих веток я и начну. Я подобрала несколько таких вот старых веточек. Можно с лишайником, можно без. Самое главное, чтобы у них было несколько разветвлений. Не очень много, но чтобы они присутствовали. Также у меня есть несколько веточек потоньше. Вот таких. Эти ветки можно сразу покрасить и оставить их сохнуть. Красить можно при помощи водоэмульсионки или вот такой вот краски из баллончика. Это, пожалуй, самый быстрый и удобный способ. Поэтому отправлюсь красить тонкие ветки, и пока они будут сохнуть, мы с вами задекорируем более толстые. Так как у меня зимняя композиция, ветки я буду заворачивать в теплую шерсть. Все это оттенки белого и серого цвета. Начну я, пожалуй, с белого и вот с такой замечательной палки. Мне понадобится горячий пистолет или любой другой клей. Это нужно для того, чтобы закрепить кончик нитки. Все очень просто. Берем капельку клея, приклеиваем ниточку, ждем, пока высохнет, и начинаем обматывать плотно-плотно, колечко в колечко, всю палку целиком. Эти декоративные ветки, в принципе, будут самой главной фишкой композиции. Поэтому их нужно сделать довольно-таки аккуратно и несколько штук. Я думаю, что у меня будет по 2-3 варианта веток каждого цвета. И для того, чтобы закончить ветку, мне нужно капнуть капельку клея на кончик и закрепить конец веревки. Приклеиваем кончик веревки и отрезаем. Такая вот смешная получилась ветка. Теперь нужно сделать таких несколько штук. Вот и все. Смотрите, какое получилось богатство. Теперь моя задача посмотреть, как же там высохли мои белые ветки, покрашенные краской аэрозолью. Ну, кажется, все идеально. Как раз за то время, пока я обматывала ветки, эти крашеные ветки уже успели высохнуть. Поэтому теперь моя задача все это дело зацементировать, а точнее загипсовать. Я беру вот это кашпо и хочу закрепить все мои веточки внутри него. Я заливаю гипсом эту емкость и фиксирую в ней ветки. Для начала нужно определиться, где они будут находиться, так чтобы потом, впоследствии, мне уже не думать над этим, не терять время, а сразу же расставить их в нужном направлении на нужных местах. Теперь, когда вы примерно решили, что и как вы делаете, нам нужно замешать раствор. Для этого мне понадобится емкость, что-то вроде ведра, и небольшое количество воды. Строительный гипс мы смешиваем один к одному. Вода в нужном количестве. Желательно еще одеть перчатки, для того, чтобы не испачкаться. Все-таки мы имеем дело с строительным материалом, довольно-таки марки. Насыпаем гипс в воду. Сначала небольшое количество. И сразу же размешиваем. Когда вы размешали первую порцию, добавляем сразу же вторую. И продолжаем перемешивать. Размешиваем все комки. И нужно помнить, что если вы смешали раствор правильно, то гипс начнет схватываться через 4 минуты, а через 8 минут он уже застынет. Поэтому времени у нас не так много. Заливаем форму. То, что мне попадаются комки, это всего лишь говорит о том, что я не настоящий строитель, а всего лишь такой любитель, так скажем. Кажется, мой раствор гипса получился чуть более жидким, чем мне бы хотелось. Кашпо с раствором
Я пока временно отставляю в сторону, буквально минуты на 3, не больше, чтобы не пропустить тот самый важный момент. И пока сделаю следующий элемент, который мне тоже пригодится в этой композиции. Убираю раствор, но недалеко, чтобы следить за ним, то, как проходит вся эта история, то, как он затвердевает. Для следующего элемента мне понадобится ненужный горшок, можно пластиковый, старые газеты, клей ПВА, кисточка и растение. Старый горшок ненужный я выбирала по принципу такому. Он должен быть чуть больше, чем горшок, в котором сидит мое растение. Так, чтобы вот это вот растение можно было спокойно в него поставить. Этот горшочек мне нужно задекорировать. Для декора я буду использовать что-то вроде декупажа. Или папье-маше, кому как больше нравится. Рву старые газеты на кусочки. Покрываю горшок клеем ПВА. Все предельно просто. Наносим клей, приклеиваем газету. Покрываем газету сверху, еще раз клеем. Не забываем про низ горшка. Здесь тоже обязательно нужно заклеить, так, чтобы не оставалось дырочек. Всего лишь несколько кусочков газеты, немного клея, и заготовка практически сделана. Таких горшочков мне нужно сделать столько, сколько у меня будет растений. Растений у меня 5 штук, соответственно, 5 горшков. А тем временем не мешало бы проверить гипсовый раствор. Думаю, что уже настало время расположить в нем все мои заготовки. Да, кажется, он уже начал схватываться. Так что, не теряя времени, располагаем все элементы, которые у меня уже ждут, не дождутся своего часа. Начиная с самых крупных, так скажем, самых главных элементов. Размещаем их, смотрим, чтобы они располагались вертикально. Ну вот, теперь эта заготовка уже практически готова, осталось только добавить мелкие веточки, те, которые мы красили. Осталось подождать всего несколько минут, и заготовка высохнет полностью. Тогда мы продолжим. Горшки успешно высохли. Хотя ПВА, конечно, сохнет несколько дольше, чем гипс, но если вы подсветитесь заранее, или поставите их на батарею, или высушите феном, то это тоже не займет много времени. Вот такие вот смешные горшки. Я думаю, что я оставлю вот эти рваные края, может быть, не такими длинными, правда, как здесь, например. Здесь можно немного укоротить. Но, в общем-то, пускай торчат эти кусочки газеты. Мне кажется, они выглядят довольно забавно. И подходят мне по теме. Такой легкий винтаж. Легкий налет винтажа. Итак, горшки готовы. Раскрою секрет. Горшки будут крепиться на ветках. И в них будут располагаться мои растения. Крепеж будет сделан за счет проволоки. Кусачками нарезаем небольшие кусочки проволоки. Делаем при помощи бокорезов вот такие вот скобки. И при помощи шила протыкаем горшочки. Как раз под скобы. Скобы располагаем изнутри. Вот так вот. И теперь вот эту заготовку можно смело размещать на любой ветке. Начну, пожалуй, вот с этой. Смотрите, все очень просто. Огибаем проволочкой ветку и закручиваем. Теперь я поверну горшок той стороной, как он и будет у меня в итоге находиться. Как-то так. И закручиваю более плотно. Теперь то же самое проделаем с остальными горшками и тоже находим места в этой композиции. Так, и можно примерить то, что есть. Ну что же, осталось только сплести гнездо.
Сделать это совсем несложно. Мне понадобится та же самая проволока, желательно более толстая. Мне нужно нарезать проволоку примерно вот на такие кусочки и обмотать ее нитками. Выбираем цвет, из которого будет состоять в основном гнездо. Пускай это будет темно-серый. Кончик проволочки намазываем клеем и начинаем обматывать его ниткой. Обматываем целиком всю проволочку. Кончик проволоки, естественно, тоже закрепляем при помощи клея. Делаем несколько таких заготовок, желательно нечетное число. Я думаю, что 9-11 точно должно хватить. Когда заготовки сделаны, делаем такую хитрую вещь. Складываем их в такой вот крест, такую вот звездочку. Желательно, чтобы все кончики были примерно одинаковые. Сложили. Теперь берем нитку. Пропускаем ветку, чередуя вверх и вниз, так, чтобы у нас получалось крепление для центра. Если мы в первый раз вели ниточку через низ, то в следующий раз, в следующем круге мы ведем ее сверху. Соответственно, у нас получается закрепление центра. Таким образом, нужно сделать несколько кругов, чтобы центр у нас более-менее закрепился. И чтобы можно было сформировать уже гнездышко. После каждого круга желательно затягивать центр посильнее. Вот получается вот такая вот какая-то розетка. Теперь отгинаем три проволочки вниз. И оставляем их пока в стороне. Это у нас будет крепеж, при помощи которого мы сможем зафиксировать гнездо в композиции. И продолжаем. Делаем еще несколько витков по кругу. Фиксируем центр будущего гнезда. Теперь делаем что-то вроде формы гнезда. Слегка выгибаем проволочки наверх. И продолжаем проплетать при помощи нитки. Теперь нитку уже можно отрезать и взять, например, несколько слоев сразу, чтобы гнездо получилось более рыхлым, каким-то более таким природным, неаккуратным, нерукотворным. Лучше всего взять несколько цветов ниток, например, два серых цвета. Можно вплести какие-то веточки, что-то такое случайное как бы. Вот, и аккуратненько проплетаем всю эту историю. Можно оставлять даже торчащие нитки. Пускай будет немного грубо. Когда ваше гнездышко, на ваш взгляд, готово, делаем такую вещь. Загибаем кончики наружу и тем самым фиксируем нитки. Такая вот симпатично получилась вещица. Такое приятное гнездышко. Теперь при помощи оставленных проволочек закрепляем его в композиции. Вот здесь. Для этого гнезда у меня, естественно, уже есть житель. Вот такая птица. Очень красивая. Такая немного новогодняя. Я думаю, что эта птичка у нас останется сидеть на краю гнезда. Для этого мы слегка подклеим ее, зафиксируем тоже на горячий пистолет и прочно приклеим к основанию гнезда и соседним веточкам, так, чтобы она точно никуда не упала. Кажется, все готово. Осталась одна небольшая деталь. Нужно как-то задекорировать гипс. Искусственный снег. Так как композиция зимняя, я думаю, что это не будет лишним. Просто засыпаем поверхность гипса снегом. Все будет выглядеть вполне логично. И можно считать, что на этом композиция готова. А если у вас появятся какие-то вопросы по поводу исполнения такой композиции, смело задавайте их в моем блоге на сайте загороддефиств.ру. Я обязательно отвечу. Увидимся с вами очень скоро в программе «Ботаника». До встречи!